Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Люди, имеющие букву З в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Их поступки и действия отличаются систематичностью, методичностью и тщательностью. Владельцам этого имени чужда фривольность и легкомысленность. Напротив, они зачастую выглядят излишне сурово и аскетично. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Буква Н в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Если носитель этого имени будет уделять чрезмерное внимание мелочам, осторожничать и ко всему относиться с недоверием, упуская при этом массу возможностей, которые представляет ему жизнь. Согласное Ше в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не поддается панике, сохраняет ясность мысли. Значение буквы Ше в имени говорит о спокойствии и стабильности, тонком чувстве юмора, аналитическом складе ума. Звук Н говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Буква Н в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.